вот мы сегодня сдали кровь, а какой будет следующий этап? Ваша кровь поступит в Санкт-Петербург, в банк крови имени Раисы Горбачевой. Ваша кровь будет исследована, занесена в базу данных, и как только вы можете пригодиться хоть какому-то ребенку больному, вам позвонят и пригласят на дальнейшее обследование. Команда показала своим примером, что они неравнодушные люди, что они хоть и молодые, но они готовы помогать любому, кто нуждается в помощи, потому что на данном этапе это очень важно. Это очень важная акция, очень важная миссия. И если к нам будут приходить любые желающие, мы будем только рады. Расскажите, как проходил процесс, как хоккеисты наши сегодня сдавали кровь? Это замечательно. Никто не волновался, не переживал. Все с улыбкой. Вообще, насколько много людей, жителей Омска участвуют в данной акции? Вот вы, как человек, который здесь находится. Кровь сдают на Маркс инвитро. И с каждым днем все больше, больше человек узнает и приходит с удовольствием сдают кровь. Скажи, как отнеслись к тому, чтобы принять участие в данной акции, в Дне донора? Да, мы даже не задумывались, с удовольствием решили принять участие в этой акции, стать донором. А расскажи, а вы, как представитель хоккейного клуба «Авангард», ведь часто ездите на такие акции? Ну, вообще, вот, как для донорства первый раз такое, но, думаю, будем чаще участвовать в подобных акциях и помогать людям.